Я всегда считал и считаю, что государственная служба должна быть сродни военной службе. И вот именно здесь ключевое слово – служба. Мы на службе. И если есть назначение, надо не обдумывать, не раздумывать, а идти и работать на государство. Потому что, еще раз повторюсь, именно государственная служба – служить государству, служить своей родине. Поэтому, исходя из этого, надо принимать предложение, идти и трудиться. Я неплохо знаю Могилевскую область, я много лет отработал там, знаком с кадрами, знаком, в принципе, с менталитетом населения, с подходом и так далее. Я думаю, это будет способствовать моей работе. Я думаю, продолжу заниматься работой в соцсетях. Почему? Потому что, опять же, на мой взгляд, у нас есть одна недоработка или один недостаток, что мы много работаем, мало об этом говорим и мало показываем. Реально в стране делается очень много чего хорошего. А мы, ну, неким образом считаем это как должно. Вот мы сделали. Надо показывать то, что умеем делать, то, что можем, и то, что мы достигаем.